Ага, вот, наших встреч. Вот так вот. И мы также рады тому, как они решаются. Вот они. Россия является на диване лежит страной в плане региональной безопасности на Кавказе и более широкой географии. Вот, лежит на диване. Взаимодействие между нашими странами зависит. Мы нацелены на укрепление мир доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия. Россия доставит оборудование для будущей АЭС в Турции. Завод «Атоммаш» в Ростовской области сегодня отгрузил крупную партию. Речь о парогенераторах массой более 1000 тонн. Мура, не плачь. Предприятие тем временем приступили к изготовлению аппаратов уже для следующего, четвертого блока станции. У тебя тоже есть ничего хорошего, я думаю. Что даже удалось установить мировой рекорд в атомных достижениях и планах. Борис Калягин. 450 дней непрерывных работ, сборка, гидравлические и вакуумные испытания.